Здравствуйте! Спасибо, что выбрали смарт-терминал Evator. Обучающий ролик номер 2. Подготовка к работе. Первое, что нужно сделать, снять кожух кабелей. Затем необходимо подключить кабель блока питания к соответствующему разъему. Сам блок питания подключается к сети 220 вольт. Вся необходимая периферия, в данном случае сканер, подключается через USB-порты устройства. Все кабели аккуратно укладываются в углубление корпуса и прикрываются кожухом. Чековая лента устанавливается в специальный отсек на задней стороне устройства. Необходимо убедиться, что чековая лента установлена без перекосов. Конец чековой ленты протягивается наружу. В устройстве используется сим-карта стандартного размера. Она вставляется обрезанным углом вперед в соответствии с рисунком на терминале до щелчка. Чтобы включить Evator, нажмите кнопку включения в основании планшета и дождитесь, пока произойдет загрузка системы. Если для работы вы хотите использовать Wi-Fi соединение, то после загрузки системы потяните пальцем вниз от верхней части экрана. Принцип схож с интерфейсом большинства смартфонов и не вызовет затруднений. В открывшемся меню включите Wi-Fi, выберите сеть для подключения и при необходимости введите для нее пароль. Отлично! Ваш Evator настроен и готов к работе. Это второй видеосюжет обучающей серии. Посмотрите и другие видеоинструкции, чтобы получить ответы на все вопросы.